Привет, ребята! Сегодня мы с вами будем готовить праздничный торт. Ко мне в гости прилетают мои подружки-феечки, поэтому я хочу их удивить и сделать красивый разноцветный торт и украсить его ягодками голубики. Ну что ж, ребята, у нас уже готово тесто для коржей. 5 цветов: белый, оранжевый, фиолетовый, зеленый и желтый. Давайте начнем потихонечку делать коржи для нашего торта. Первый белоснежный корж у нас готов. Второй корж готов, оранжевый. Теперь сделаем зеленый корж. Третий корж готов. Теперь сделаем фиолетовый. Какой яркий торт у нас получается. Ну вот и четвертый корж готов. Давайте сделаем пятый, желтый. Ну вот, наш последний корж, желтый, готов. Посмотрите, какой красивый торт у нас получился. Тебе нравится, Лала Лупси? Да, мне очень нравится. Такой разноцветный. Мои подружки-феечки очень любят яркие цвета. А торт получился очень яркий. Давай поскорее его украсим ягодками-голубикой. Ну, давай. Ну что ж, готово. Ух ты, ничего себе! Поскорее бы мои феечки прилетели. Жду не дождусь, какой красивый, сладкий, яркий торт у нас получился. Пойду готовить чай и накрывать на стол.
А с вами был канал Конфетки ТВ. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!